Полное отжимание делаем. Без силы нет техники. Экзамен у юных каратистов начался с теста ОФП. Для Артема это самое сложное. Каратэ занимается всего 3 месяца и борется за первый в жизни оранжевый пояс. Спорт пришел с целью. Чтобы быть сильным, защищать девочек. В школе у меня одна, один мальчик убежал, я это ее защищал. Шамиль Искандеров на экзамен пришел не повышать квалификацию, подтверждать имеющуюся. И хотя за плечами 17 лет киокушина, парню тоже было нелегко. Особенно 10 минут выстоять на кулаках. Здесь, как сенсей сказал, это дух, дух и воля. Если ты хочешь, ты сделаешь. Как бы человек способен больше, на большее. Думал только о том, что надо выстоять, что надо показать зрителям, ну, родителям и подрастающему поколению, детям в особенности, что вот есть старшие пояса, которые могут. Провести первый для новой школы Q-тест приехал чемпион мира по карате Максим Дедик. Экзаменовал ребят жестко. Так что у некоторых глаза были на мокром месте. Но признался, к спортсменам относится как к родным детям. А их у Максима трое. Карате должно подготовить их к жизни, к экстремальным стрессовым ситуациям. И пусть я в их жизни буду стрессовой ситуацией, с которой они справятся. После меня им уже будет не страшно. Все остальные. На самом деле я специально надеваю такую, так сказать, маску страшного, ужасного дядьки. Только для того, чтобы они поняли, что даже этому дядьке они смогли сдать экзамен, справились с своим волнением. Помимо экзамена, Максим провел мастер-класс для благовещенских каратистов. Спортсмен пояснил, он пытается сделать свое карате самым сильным, поэтому вносит туда опыт других единоборств, при этом сохраняя дух киокушина. Раньше культивировали его просто как спорт. Ты пришел, сделал зарядку и убежал домой. А сейчас он культивируется как искусство, и это довольно-таки интересно. Испытания каратисты прошли успешно. Из 35 спортсменов 33 подтвердили свое мастерство. Следующий Q-тест пройдет в декабре. Ожидается, что его проведет многократный чемпион Европы Александр Еременко. Кристина Каширина, Юлия Мишурнова, Денис Лугов. Программа «Город».